Дворец культуры Свердловский в этот день принимает особых гостей. Сюда приехали ветераны со всех районов краевого центра. Через несколько минут они встретятся с почетным гражданином Красноярска, меценатом Хазретом Савменом. А пока представители старшего поколения вспоминают о добрых делах благотворителя. Он принял ту большую эстафету, которым всегда славился Красноярский край. Вы посмотрите, сегодня в нашем районе, даже в центральном районе, у нас и детский дом Савмена. У нас построен на его средства детский сад в новом микрорайоне Покровском. Он закладывает аллею, он закладывает скверы. То есть он делает все для того, чтобы вот качество жизни, комфортной жизни красноярцев соответствовало тем требованиям времени. Мне Савмен запомнился такими делами, что он вечно помогает нам, особенно участникам войны, калекам, больным. Он не жалеет ничего. Поддержка старшего поколения и сохранение памяти о войне на самом деле занимают одно из особых мест в благотворительной деятельности Савмена. В год 70-летия Победы при его поддержке была создана экспозиция «Лики Победы» – уникальная выставка портретов красноярцев, героев Советского Союза. В этом году почти 1500 участников Великой Отечественной войны, среди которых более 600 красноярцев, получат подарок от мецената по 50 тысяч рублей. Вы заслуживаете очень прекрасную жизнь. И я желаю вам самое главное, чтобы вы чувствовали, что вы вас уважают глубоко, чтобы чувствовали, что вы здоровы, чтобы здоровым были и долгих лет жизни. Парк 400-летия Красноярска стал настоящим украшением микрорайона «Взлетка» и любимым местом отдыха жителей. На правом берегу засиял золотыми куполами храм Рождества Христова. Один из символов Красноярска – часовня Параскевы Пятницы – вернула исторический облик. Реализация этих и многих других проектов оказалась возможна благодаря меценату. Назову только одну цифру. Если обобщить и собрать все благотворительные проекты, которые были реализованы в Красноярском крае, при поддержке и благодаря фонду Хазрета Меджидовича Савмена, то наберется их, много ли это или мало, но имейте в виду, это более 13 миллиардов рублей, которые были подарены людям. А еще благотворитель подарил ветеранам Красноярска праздник. На сцене для всех гостей встречи выступили лучшие танцевальные и вокальные коллективы города. Анна Московских, Алексей Гусев. Новости.